Всем привет, дорогие друзья, с вами Чен Ву, и сегодня я буду проходить игру Nine Floors. Давайте уже сегодня попытаюсь пройти эту игру. Поехали, дорогие друзья. Так, ладно. Восьмой этаж. Сейчас немножко переотдохну. Опа! Чё за движуха? Небось жесткая. Так, ладно. Это у нас уже седьмой этаж. Так, окей. Опа, пятно. Убегаем. Да вы чё на приколе? Ну ладно, побежали обратно. Так, ладно. Пятый этаж. Ну тут уже гораздо сложнее и сложнее. Так, стоп. Что означает черное пятно? Там вроде бы черного пятна не было. Ёкалы-маны, давайте я тогда пойду обратно вот сюда. На этот выход. Надеюсь, что я правильно сделал. Ха, неплохо. А, что? А, теперь это уже время? Я же помню, там какое-то там время вроде. Ладно, давайте я попробую рискнуть. Подождите. Да нет. Давайте я попробую вот сюда рискнуть. Надеюсь, что я правильный путь выбрал. Ой. Ё-моё. А! Блядь, это пиздец. Ну ладно. Раз девятый этаж. А. Третий. Ёпта. Иди нахрен. Так, ладно. Блин, а это уже сложно. Пройти-то не при... Ой, ёпта. Убегаем. Убегай, 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 чел. Так, это уже какой этаж? Это вроде первый, да? Да, это первый этаж. Там вроде нет никакой дичи. Ёпта, убегаем. Ускоряемся. Подождите. А, там еще и нулевой этаж, да ну нахуй. А я не знал. Беги. Все, я прошел. Давайте буду на это заканчивать все. Ой, блядь, заканчивать все. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока, дорогие друзья.